Привет, друзья. Сегодня я еду в Казань. Вот, и остановились в Димитровград. Такой городишко, вообще деревня настоящая. Ну, кстати, видел издалека и прям старинные дома, явно дореволюционные постройки, какие-то здания, несколько церквей тут, прям вот в округе. А это автовокзал. Короче, ну вообще прям деревня. Может, тут есть и современные дома, я весь город не видел, но будем проезжать, короче. Вот. Ну, в туалет сходил, 20 рублей, а туалет платный. Ладно, отправляемся в Казань. Я и в Казани заселился в отель. Вот, уже сумеречно, пасмурно как-то, хотя солнышко проглядывало, значит, вид из окна во двор. Вот, смотрите, отель две звезды, одноместный номер, большая кровать, телек, тут два стакана, короче. Вот, вешалка, ниша, есть санузел, вот такой санузел, что тут, все компактно, ну ладно, жидкого мыла нет, бог с ним, блин, Казань, представляете, автобус сломался, и мы полтора часа стояли в 30 километрах от Казани на обочине, пока не подогнали другой автобус. Вот. Ну, слава богу, доехали. Довольно быстро заселились. Информация по отправке домой завтра будет. Завтра только. Ну, ладно, завтра будет обзорная экскурсия, которая должна была пройти сегодня. Вот, завтра все с утра, после завтрака. А сейчас я иду гулять самостоятельно. Да, кстати, в этом отеле останавливаюсь. Французская певица Мирей Матье, там внизу в лобби есть ее фотография. Вот так.
Казань, друзья, все в огнях. Кстати, сегодня плюсовая температура, и я не скажу, что прям Казань очень хорошо почищена. Нифига не хорошо, но почищена. Везде грязь, слякоть. Вот, смотрите, какая-то речка. Какая-то речка в черте города такая прям, как канал в Санкт-Петербурге. И такой ярко рассвеченный новогодними всякими подсветками. Смотрите, какая слякоть. Вообще охренеть. Слякоть, ноги мокрые. О, я двигаюсь в центр.